Всем привет! Всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал. Всех приветствую из Германии. У нас сейчас утро. Отвела я Софийку уже в детский сад. Данилка там на кухне ест. А Игорь уже в доме. Представляете, сегодня у нас приехали окна. И будут их сегодня, в общем-то, устанавливать. Скорее всего, сегодня и завтра, то есть понедельник, вторник. Потому что работы много, объем работы большой. Мы еще у этого, ну, где мы заказали окна, заказали также еще входную дверь. Вот эту главную входную дверь. Ее же тоже нужно установить. Поэтому, скорее всего, сегодня и завтра они будут работать. Вот, мне прям так интересно. Игорь, представляете, ночь работал, поспал 2 часа и сразу же пошел в дом. Я говорю, давай, я говорю, пойду, ты поспишь немножко, а я там пойду с ними побуду, что... ну, что ничего такого мне, в принципе, было бы не тяжело. Он говорит, что тебе там делать среди мужиков, что ты там будешь делать туда-сюда. Мол, высплюсь, ничего страшного. Так и пошел. Вот. Может быть, после обеда пойду, посмотрю, что они там делают. На самом деле, мешаться не хочется. По-любому там все это. Ну, мужики работают туда-сюда. Но я сказала, Игорь, говорю, сними, говорю, пожалуйста, чуть-чуть хотя бы видео. Хотя бы тут чуть-чуть для меня что-нибудь сними, как там процесс что-то. Он вроде обещал мне. Он говорит, недолго говорить я ничего не буду, сама, мол, озвучивать будешь, без звука, без ничего, могу снять, что там это. Я говорю, да-да-да, озвучу я сама. Вот, так что на мне домашние дела. Сейчас буду менять постельное белье во всех трех кроватях, да, нашей Данилкиной и Софийкиной кровати буду менять. Пустила я уже стирку, стирка у меня там какая-то. У меня каждый день стирка, каждый день. Либо через день это точно, либо каждый день, либо через день это точно. Вот так вот детская одежда копится. В основном не наша одежда, может быть, даже по влогу замечаете, я часто появляюсь в одной и той же одежде. А вот дети в день по несколько нарядов меняют. Всем привет, привет из России. Вышла из дома деньги тратить. А, да, из кошелька, тесно, видимо, кошельку, надо денежки потратить. Самое первое, пойду в земский банк, оплатить квитанции, ЖКХ, за газ, за свет, за мусорку, сумма кругленькая, да. Потом надо в продуктовый магазин зайти, кончился творог и так далее. Хочу, если время останется, не то что время, погода позволит или нет, чего-то моросить, а я зонтик не взяла. Если позволит и время, и погода, хочу центральный рынок купить синтетику эту пряжь, пряжу, извините, которая вяжет мочалки, хочу обновить наши мочалки. Вот если только время будет. Приехала по делам в район Образцовской площадки. Дела сделала, а сейчас нахожусь в месте расположения недалеко, где живут Абуеми и Джине. Я знаю, что сегодня она в ночь, но время обед, она уже, конечно же, проснулась. И перед ночью еще она спит, я это знаю. Сейчас я ей написала сообщение по WhatsApp, Джине. Ты дома? Ну, у каждого свои, может, дела. Да, говорит, дома. Я говорю, прям недалеко от вашего дома я нахожусь. Можно зайти? Может, говорит, у тебя какие-то дела? Говорит, обязательно заходи, обязательно. Сейчас какую-нибудь вкусняшку куплю и зайду, навещу их. Слушайте, я сейчас такая злая, вы даже не представляете себе.
мне нужно сделать для Софии запись у доктора, у двух докторов, и ни до одного я не могу дозвониться. Сейчас до одного 3 минуты слушала музыку, мне говорили, что оставайтесь на линии, оставайтесь на линии, а потом взяли и сбросили. Вот это меня бесит. Если куда-то нужно дозвониться, нужно полдня потратить, чтобы дозвониться, чтобы получить запись у врача. Что? Делаем по-новому? Звоню снова. Да, я слышу, скорая помощь. Да, скорая помощь приезжает. Да. Вот такие вот кадры я получила от Игоря. Он все-таки заснял для меня, прислал. Спасибо ему за это большое. Это вот он показывает со стороны террасы в зал. Здесь будет большое окно. Видите, уже убрали окно. Стену там выбили. Игорь с папой уже давно. Это вот на кухне он тоже окно будут вставлять. Все идет, в общем-то, своим ходом. Зашла в гости, обнимая деньгами. А здесь-то вкусно пахнет на кухне. А здесь она, оказывается, пирог с яблокой приготовила, выпечка, да? Да. Она говорит, обоим очень любит выпечку. Она балует, балует. А я по пути взяла вот рыбку. А она уже картошку он сразу же поставила варить. Сейчас будем наяривать и белиш, и балык. Смотрите, забрали мы с Данилкой Софию. Хочу показать вам, в каком виде я ее всегда собираю. Доча, подеть сюда, я тебе покажу, какая ты чистая. Подеть, пожалуйста. Это капец. Каждый день я должна ей организовывать новую куртку. Посмотрите на ее вид. Вчера было хуже, сразу вам хочу сказать. Я похожа на торт. Да, ты похожа на торт. Почему? Из-за шлема. Да, потому что я тортик Софика вместе головой. Ну да. Пришли мы все-таки с детками сюда посмотреть, как работы продвигаются. Посмотрите, на кухне уже окно есть. Класс. Сразу с сеточками. Сразу сетка. А где рулады? Ставни? Не знаю. Так, вообще класс. Сразу большое окно, супер. Здесь было такое маленькое окно. Высокое и маленькое, узкое. А здесь теперь такое классное большое окно. Так, в зале тут я вам потом расскажу. Так, входная дверь. Посмотрите, нам поставили входную дверь. Такая белая, с комбинацией цвета дерева, коричневое стекло. Сейчас покажу вам. А снаружи серое антрацит с коричневым, ну и стекло. Вот так вот выглядит. Сейчас покажу вам. Вот такая вот входная у нас дверь теперь. Та-ра-ра-ра. А снаружи белая. Фу, смотри. Да, дети? Ой. Здесь окно. И в гостевом туалете уже тоже окно. Здесь тоже установили уже окошки. Вот зона гардеробной. Так, так. Здесь ключи, кстати. Мы говорили, что были ключи, чтобы закрывались окна на ключи. Так. И здесь также. Угу. Оконная дверь. Все классно. А в детской? В детской дайте пройду на детскую. В детскую. Что там? Здесь тоже 2 окна. Снаружи у нас окна антрацит, асфальтовый цвет, а изнутри белые. Вот так вот. И ставни электрические будут. Пришла семейный магнит, а здесь уже тоже все игрушки выложили уже. Смотрите, все новогоднее. Шары. Здесь 15 штук, 6 сантиметров, 399 рублей. И желтыми все ценниками. Вот здесь 249. Ой, как красиво. А здесь, смотрите, посуда новогодняя для сервировки. Здесь вот как снежинки.
249 рублей. И сразу же желтый ценник мы уже, типа, было 359. Когда успели эту скидку сделать, непонятно. А здесь, смотрите, красиво. Давайте я вам покажу, какая красота. А, уже скоро-скоро будем наряжать дом, встречать Новый год. Смотрите, какие красивые. А здесь снегири. Какая красота. Цена от снегири 350. Вот это 229. Бокалы вот какие красивые. За 170 рублей. Вот такие за 350. 420 миллиграмм. Для шампанского бокалы за 200 рублей. Ой, давайте сейчас повыше вам подниму. Здесь еще вот есть какие-то красивые. Только бы не разбить. Только бы не разбить бы. Здесь как звездочка. Да, звезда за 260 рублей. Здесь тоже так же. Какая красота. Все праздничное, праздничное, да? Для салатов. А здесь как варежки. Вот так. А здесь тоже звезда. Как красиво. Как красиво. Даже контейнера вот. Уже в новогоднем стиле крышка сделана. Это доска разделочная. Салфетки, как снежинка. Какая красота. Вот даже для... Это подставка для елки есть. О, сейчас гузель разрушится. Да? От подставки. Давайте вот здесь я вижу. Даже по краю, что ли. Вот как он. Стиле подставка для елки, у кого есть, и нет деревянных, как у нас. Вот я и дома пришла. Давно я вам не показывала свои покупки из продуктового магазина. Что я сегодня купила? Купила я творог, потом вот такое творожное масло Сузиму. Очень вкусно. Кстати, без заменителей жира. Маме очень понравилось, на днях я покупала. Она на хлебушку намазывает и чай пьет. Сухой корм для нашего Шерли за килограмм 240 рублей. Но здесь у меня где-то 600 грамм. И на днях чай пьем за столом. И они каем, говорят, Казым, у тебя только шоколадка, шоколадка. Говорит, я очень люблю, говорит, подушки, карамель подушки, которые, говорит, без этих, как его... Без фантиков. Я сначала ее не поняла. А потом уже она разъяснила. Вот, купила ее любимые подушки. Говорит, я очень люблю чай пить вот таким карамель подушками. Потом купила ассорти ореха. Вот в коробке. Здесь, по-моему, 600 грамм. Есть разные орехи. Миндаль, грецкий орех. И сегодня я хорошо попала на хорошую акцию. Вот, болгарский перец. Представляете, килограмм 76 рублей. Ай, я увидела, я смотрю, много народу около этого перца. Я думаю, чего там? Смотрю, цена такая, и я тоже же купила 12 штук. Собиралась как раз на днях приготовить перец фаршированный. Заморозки свои пока еще пускай лежит, а грех за такую цену не купить, да? Зимой на них цена ай-яй-яй кусачая. Потом мешки для мусора купила. Кстати, еще вот для Шерли вот такую тушенку купила. По акции 56 рублей. Я думаю, это не для людей, наверное, приготовлено. Может, для людей, я не знаю. Но я купила для Шерли. Попробуем, будет ли кушать филе куриное. А потом рыбку мою купила. Вот моя покупка хлебушка. Вот сегодня вот только столько я могла донести до дома. Вышли с детками на шпиль-пляц, на игровую площадку, и кроме нас никого. Вся игровая площадка пустая, никого. Кстати, мы сегодня приехали в центр, не на нашу игровую площадку, а в центре города. Нет, не здесь, по той лестнице. Видишь, лестница есть? Вот через эту. Мокро?
Ой, сына, не надо, наверное, там мокро. Горка мокрая, Софика говорит. Поднялся? Держись крепко. Держись крепко. Подожди. Сладкий, не кричи, пожалуйста, я Данилку даже не слышу. Давай, я здесь тебя жду. Я здесь тебя жду. Я тебе сказала, что мокрая. Что, теперь не хочешь? Я же тебя предупредила, что мокрая. Ты пират? Мы решили сходить в магазин Реве, купить малины, потому что слышу, у детей уж как будто бы насморк. Напою их малиновым чаем. Идем улицы, где жилые дома. Давайте немножко вам покажу, какие дома здесь у нас. Так, вот этот вот красивый, во-первых, да, старый? Он тоже красивый сзади. Среднестатистические, ничего особенного. Выше с Аминочкой на прогулку. Гулять свежим воздухом. Прогуливать друг друга. Аминочка Эбикай прогуливает. Эбикай Аминочку, да? Пока гуляли. Пешком не любим ходить. Только катайте. Видите ли, везде грязно. Катайте вот на коляске. Кто-то как королева едет. А кто-то катает. Она сейчас туда и сюда, и он бегает. Райское наслаждение ребенку. Конечно, здесь детская площадка, вся в мусорке. Я уже эту детскую площадку вам снимала, показывала. Кстати, вот скажите, как будто уже поздно вечер. Нет. Время сейчас где-то 3 часа дня. Пасмурно. Как будто уже вечер. Нету сегодня целого дня, солнышка нету. Нету солнышка. Ну, тепло. Очень тепло такое. И такую погоду обычно говорят, грибы растут. На площадке было 2 качели. Вот остался один. Сломали. Сломали или кому-то нужнее стало. Запросто. Зашли в Реве, купила малины, купила свои любимые, точнее наши любимые яблоки. Колбасу краковскую и дети смузи. Все съел? Все съел? Еще осталось. Ну попробуй, потяни еще чуть-чуть. Все? Пусто? А у тебя, дочь, пусто? Уложила я детей спать на ночной сон. И по традиции буду сейчас с вами разговаривать, рассказывать все новости. Уже какая-то такая традиция, да, ночью, что я вам что-то говорю всегда, рассказываю. По поводу окон. Вот когда мы были в доме, я вам сказала, да, так мельком, я вам, мол, расскажу про окна в зале. Кто знает, кто не знает, у нас на первом этаже в зале будут панорамные окна. И мы эти окна ждали больше всего. Потому что от этих окон зависит дальнейшая работа. Игорь уже прям ждал эти окна. У нас окна, кстати, опаздывали по срокам. И Игорь прям ждал эти окна именно в зале, чтобы дальше заливать теплые полы. И вот пришли окна, установили, и эти окна нет. Эти окна не пришли. Точнее, пришла только рамка. А стекла нет. Стекло придет только 20 ноября в Германию. А когда уже будет установка, я не знаю. Поэтому, наверное, у нас снова откладывается заливка теплых полов. А вообще Игорь уже вот как бы следующая его работа по плану — заливка полов. Не знаю, может что-то придумает, потому что рамку они все-таки установили, но нет стекла. Я Игорь спросила, говорю, и что, у нас теперь будет открытая дыра? Как мы там будем работать? Это же холодно, на улице у нас уже зима на дворе. Он говорит, ну, будем закрывать ставни. Ставни уже все в рабочем состоянии, уже это. Вот так вот.
Вот такие дела. В общем, ждали эти окна, но не пришли. Но ничего страшного. Надеюсь, без опозданий придут, потому что вот в основном эти окна пришли с опозданиями. Надеюсь, это стекло придет без опоздания. Обещал 20-го. Игорь, кстати, был все время с ними. Я говорю, ну что, говорю, ответственно делали? Он говорит, нет. Все-таки хорошо, что он был с ними и следил за их работой. Он много видел косяков, им говорил об этом, и они исправляли. То есть все-таки хорошо, да, что вот человек рядом с ними находился. Вот я, например, бы не понимала, я стояла бы, просто смотрела, как они работают. А Игорь прям стоял, смотрел, как они это делают, и находил косяки, и говорил. Я удивляюсь, конечно, как он не стеснялся говорить, потому что обычно он стесняется. Даже за свои деньги он стесняется, многое не говорит. Он про себя всегда думает, а, могу я и сам это исправить. А тут прям это, ну, по его словам, много косяков нашел, им сказал, и они это дело исправили. Вот так вот. Короче, пришли окна, но не совсем, да? Не до конца. Вот такие дела. Всем добра и мира, и всем пока-пока.